территории рынка в Дзержинском районе полицейские совместно с сотрудниками отдела миграционного контроля провели рейд. За несколько часов документы проверили более чем у 40 иностранных граждан. Большая их часть занималась торговлей на этом рынке. Для установления законности нахождения на территории нашей страны в отделение были доставлены 14 иностранцев. Январь, февраль, март. Выехал 2 марта и тут же 2 марта заехал, а должен 3 месяца сидеть дома. В результате проверки было выявлено, что 3 иностранцев незаконно находились в стране. В отношении нарушителей составлены административные материалы. Им грозит наказание в виде денежного штрафа с выдворением за пределы Российской Федерации. Коломейченко Анастасия при поддержке ГУ МВД России по Волгоградской области.